so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Сейчас проверим, изменения есть или нет. Подключим сейчас к сети. Вот кнопка горит. Сверло установили и включаем.
работает без проблем. Отлично. И лишнего шума нету. А то здесь сильный такой подозрительный стук появился. Оказывается, вот они уже, когда заканчивается, в края, когда попадает, он ярко начинает уже шуметь. А если их оставить до конца, у нас якорь испортится. Якорь — это, во-первых, дорогое удовольствие, во-вторых, на некоторые инструменты можно найти, на некоторые нет. Поэтому желательно при подозрительных звуках сразу поменять щетки.